Всем привет! Сегодня 12 октября, понедельник. У нас вышли ролики про звуковые колонны. Сейчас на них распродажи. И первые вот уже два человека заказали, воспользуясь супер предложением. Значит, стерео 210 у нас купил Дмитрий Викторович из Мурманской области, город Апатиты. Скидка на данную модель сейчас идет 5100 рублей. Она всего лишь вот стоит 18 900 рублей. Давайте проверим и отправим за наш счет в город Апатиты. Значит, здесь две коробки. В этой коробке как раз проставка и 8 динамиков. Здесь сабвуфер. Сабвуфер, напоминаю, 10 дюймов. Так, мы сейчас аккуратненько вскроем вот это. Значит, в комплекте сразу, да, прикрыт товар вот таким толстым пенопластом, поролоном. Непонятно, что это такое. Мягкое и твердое. Внутри вот сам сабвуфер. Также в комплекте идет инструкция на русском языке, сетевое зарядное устройство. Так, давайте вскроем вторую коробку. Так, вначале идет вот такая поролоновая упаковка тоже. Между динамиками проставка, чтобы они не царапались. Два, вот так потяжелее, здесь динамики. Давайте вскроем, соберем колонны. Сначала достаем проставку. Все, она установлена. Теперь достаем сами динамики. Вот их здесь 8 динамиков. Они тоже легко защелкиваются. Получается вот такая двухметровая колонна. Все, колонна собрана. Я ее собрал, подключил к сети. Вот так вот она круто выглядит. Она реально высокая. Но среднюю проставку можно убрать. Ее снять, и будет она невысокая. Если много места, чтобы не занимало, допустим, у вас какое-то будет маленькое мероприятие. Вот все управление. Слышно гудит кулер. Система охлаждения. Все подключения. Давайте теперь включим, послушаем музыку, как она играет. Кроме того, что это, ну, вообще концертное оборудование, профессиональное, здесь есть еще Bluetooth, добавили. Давайте вот, сейчас, телефончик уберу. Нажимаем на кнопку PR, чтобы его активировать. Засветилась синяя лампочка. Чтобы войти в режим обнаружения, коротко еще на него нажимаем, он начинает быстро моргать. Заходим в Bluetooth на телефоне. Находим слово Bluetooth. Принимаем. Все, мы подключились. Теперь выстраиваем громкость на самой колонке. Вот это громкость колонки. Верхних 8 динамиков. Это мощность сабвуфера. Громкость я выставил на максимум. Сейчас включу на процентов на 20 громкости. Все управление с телефона. Давно ушел, давно дома, давно ушел, давно ушел, давно дома, давно ушел.
ушел, давно ушел, давно ушел, давно ушел. Любой стиль музыки на отлично они звучит очень громко. Боги прокляли взять и Ширим, город брошенных женщин и коллег. Здесь глотают отравленный дым, режут лезвием вены. Здесь по праздникам ходят смотреть. Раз, 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 два, три, все прекрасно слышно, хороший чистый звук. Вот так вот классно все работает, классная система. Скидка 5100 рублей на всю систему. Запаковываем и отправляем в Мурманскую область, город Апатиты, для Дмитрия Викторовича.